Вот голова. Вот туловище, да? А можно машину погладить? Можно. Вот уши. Вообще, смотрите, как легко, да? Раз овальчик, два овальчик, три овальчик. И тут овальчики. Самое легко, да? И глаз именно сыпали. Оп, глаз, ты винюха машины. Как стоит? София, значит, София у нас рисует репку. Кто будет рисовать детку? Репку. Детку. А бабку кто будет рисовать? Да как можете? Давайте попробуем. Мышку. Хорошо, ты мышку. Рисуй репку. Давай. О, ну ладно. Вот сюда только веточки. Деда, сначала рисуй. Так. Теперь ноги. Вот так вот. Ага, давай, давай. Вот, еще одну. Ага. А внизу вот такие вот. Спим. А теперь руки еще так же. Сюда, сюда. Голову всю кругу. Угу. Так, теперь вот такое овальное туловище. Не бойся. Вот. Можешь потом. Вот, не бойся. Вот такая юбка. Угу. Мы еще вот так вот рисуем. Вот тут вот собачку рисуй. Теперь вот тут еще овал рисуй. Вот, теперь ноги. Сюда, вниз. Так. И еще. Так. И хвост. Вот. Теперь вот тут вот. Нос и уши. Вот. Это у нас будет жучка. Итак, рисуем ей голова. Уши треугольные. Туловище. Лапы. И хвост. Так? И еще усы вот так вот ее нарисуем. И сейчас добавим еще усы. Давай. Вот так вот. И еще добавим ей усов. Вот. Вот я смотрю, какая кошка получилась. Вот это у нас. Мы ей еще одну сейчас нарисуем. Мышка пришла. А теперь можете вырисовать все, что вам нужно.